Всем привет! Сегодня на завтрак у Афоньки каша с малинкой. Да, сейчас малину откроем. Кашу уже сварила. И просто сюда кладу эту замороженную малину. Подмосковья, из Подмосковья. Афоня просит побольше малинки. Да, Афоня? Красота. Сейчас немножечко все подтает, заодно каша остынет. Не надо мешать, давай я тебе поставлю. Пойдем. Завтрак. Завтрак. Гриша уже позавтракал. Ходи, Гриша была каша с шоколадом. Он ее, правда, не доел. Гриша несет работу. Какую? Так что сразу Гриша? Да, а читать будешь? Выключать музыку? Ну, конечно. Завтра уже в садик. Вы рады? Нет, ты не рад. Ура, я... Радуется только Гриша. Да. Нет, а я не рад. Ты не рад. Не, я рад. Ура, наконец-то это. Я не рад. Не, да. Я не рад. Так ты рад или не рад? Рад. А ты рад? Да? Сегодня на танцы, завтра в садик. Куча дел, короче, да? Сегодня на обед готовить борщ с галушками, как у бабушки Гали. Готовлю тесто на галушки. Здесь у меня кефир и 2 яйца. Соль, в общем, все как содой будет такое тесто. А здесь варится утка на втором бульоне. Первый я уже вылила. А здесь прям целая уточка для того, чтобы потом на бульоне сварить борщ, а с мяском сделать галушки. Так что сейчас готовим тесто, а потом варим уже борщ. Гриша читает с пересказом, да, сегодня? Откуда ты знаешь? Ну, я же видела, там в дневнике написано. Ну, все, давай, начинай. Замесила я тесто на кефире. Просто здесь кефир, 2 яйца, соль, сода и мука. Вот сейчас это все здесь отдохнет, подойдет. И будем делать галушки. А пока буду варить борщ. Здесь уже бульончик достаточно давно варится. Ой, тут сообщение с садика приходит. Завтра же уже в садик. Так что сейчас надо перевернуть. Первый бульон я слила, как только все закипело, немножко покипело. И вот второй уже варю. Буду борщ готовить. Так, все. Варится дальше, я буду все чистить. Так, начистила я все на борщ. Сейчас буду резать вот в эту кастрюльку. Все равно бульон буду процеживать, несмотря на то, что он второй. И болгарский перец замороженный будет. Да. Им надо вот так потихоньку, и оно так отрежется, да? Да. На вот так тоби пахнет. Угу, да, готовим борщ, да? Да. Красный борщ. Будем кушать на обед. Ты любишь борщ? Папа опять на работу? Папа на работу, да. Помочь тебе? Просто этот ножик хоть ты не порежешься, понимаешь? Я тебе сейчас давай тоненько порежу, хорошо? И тогда ты этим сможешь, да? Она мама, а это лук, лук там. Лук там, лук мама будет, да? Да. Понял, свеклу. Он на глаз. Ну, в глазки, да, может зайти. Ну что, борщ готов. Сейчас осталось приготовить только галушки. Так, борщ накрываем, пусть настаивается. А галушки я уже поставила в воду, вот она уже скоро закипит. А пока разберу мяско руками на части, в мисочку. Уже довариваю. Вот так вот тесто разделила на 6 лепешечек вот таких вот, и их варю, переворачивая, потому что бывает, что сверху не проваривается, да, то есть я прям переворачиваю и режу на произвольные какие-то, ну, на какие-то уж совсем произвольные части. И вот так вот. Ну и потом здесь, да, на какие-нибудь даже там треугольнички. Блин, смотрю в камеру, даже ничего не понимаю, что я там делаю. Вот. И вот это все теперь перекладываю вот в этот салатник. Икеевский,
уже 3 зубчика чеснока на чеснокодавилке сюда добавила, все перемешала. И немножечко поливаю юшкой от борща, чтобы было не так сухо. И, в общем, вот это все сложу, перемешаю. И вот такие вот галушки к борщу будут. Красилась. Все дети поели. И сейчас иду, знаете, что делать? Гришку уже собирать, потому что уже время. Дети вот играют, слышите? Уже там что-то берутся. Сегодня у меня еще в планах разобрать вот эту кучку, а пока все буду доставать отсюда, Гришкины брюки, рубашки, и гладить. И смотрим сегодня на погоду. Пасмурно достаточно. Но без дождя. На ветерок, по-моему, есть. Я так по розочке, по этой необрезанной смотрю. Все, сейчас буду гладить. Я обедать очень хочу кушать. Сижу, не повез сейчас Гришку. И быстренько сейчас вернется. Так, борщ. Вместо хлеба мясо с галушками. Дети все галушки уже повыедали сверху. Та-дам, Ваня спит. Потому что начали с Антохой там что-то ссориться. Я его уложила. Сейчас уже буду звонить Сержуню, пусть приезжает за Антохой его на танцы везти. Кафонька уже проснулся, поэтому едем все вместе, да, на танцы? А то на танцы одет. Да, давай я тебя застегну. Бубончик. Да, гонщик. Гонщик. Да. Смыться оттуда, потому что ты бы меня сама дома. Так, давай, котик. Антоша на танцах, мы сейчас посидим у бабушки с девушкой часик. А и потом поедет домой, а мы тут. Нет, мам, мама. Мам, ты все еще не сказала, можно даже в идти. Гриша, прекрати вот это, начинаешь тут разводить гигмагогию. Можно пошли. Даже вы во что? Ремня получить. Это не во что в ремня получить. Давай, пошли гулять. Уже разделся, не может он тут в одежде. Гриша кушает. Что тут у них покушать? Пирожки. С чем? С капустой? Вкусные? Очень. Ой, Зоя, какая красивая в платьишке. Садись. Компот давай пить. Что ты там рисуешь? Маляка-маляка. Каляку-маляку. Глазки. Глазки? Покажи мне глазки. Ой, какие красивые. Глазки вот похожи, Зоя. Сейчас мальчики будут фотографироваться и девочки в костюмах, да? Взрослые. Да, давай. Ну а зачем ты его свернул? Надо же было его сложить. Давай, обувайся. Надо было так, сказала Алексей. Да. Завтра. Нет, завтра среду. Да. Среду нам будет тоже. Да? Все, пошли. Что ты забыл про пирожки? Иди мальчикам давай пирожки, угощай. Что? Угощай мальчиков пирожками. Да я их там. Че ты мне врешь? Гриш, ну а где ты их оставил? Я пошли. В машине? Гриш, ты их что, в машине оставил? Да, я их потерял у себя в портфеле. Да, Гриша, сейчас там будет... Так много учебников. Так, Афон, не надо сюда на канализацию становиться. Пошлите. Угу. Так, пошлите. Мой смех меня же... Сдал, да? Это ж открывали, и папа с дедушкой тут смотрели, что там в яме. Так, пойдемте, заходите. Ой, я сейчас и правда я не знала, что там была канализация. Как ли, лимбуда, как ловили. Пиги, 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 кола. Еще не кипит, подожди. Ну, сейчас выключишь. Вообще, нашли пульт? Нет? Ну, не знаю, где-то он лежит, просто где-то взяли с собой, может. Маленький год. Мужчины мои ужинают, я пошла монтировать видео. Григоша, а ты пирожки принес? Гриша, они у тебя там в портфеле... Пожарится. Ну ты же сказала это отнести в портфель. Ага.
Я виновата точно. Так, все, я пошла монтировать видео, вы кушайте. Марсик вот так тебе сказал? Да. Он сказал, что он твой друг? Да. А ты ему что сказал? Можно так делать. Можно так? Ты ему говоришь, ты наш друг, да? А он как сказал? Вот так головой, да? Да. Сказал, да. Я друг. Да. А ты чей друг? Макаля. Марсика? Он меня любит. Любит? Я видео смонтировала целых два, так что будем уже жить много со временем. Сейчас эти дела выставят, и все. А я не разрешаю в компьютер. Да? А ты кукла. А ты хочешь компьютер, я не разрешаю. А ты иди еще поиграй. Фоньке скучно, потому что Антоха заснула. Фонька-то в обед поспала, а Антоха нет. А где Антон? Заснул Антон. Антон, ты пил? Он на своей кровати спит, а Фоня не думала, что он... Он на своей кровати, Афонь. Он там пик? Ну, он там спит на своей. А ты думал, что он там на кухне? Ну, да. В общем, два видео смонтировали. Так что сейчас буду заставить выгружаться. Вот так вот. Афоня просит тренировку. Говорит, давай делать зарядку. Так что, не знаю, если честно... Вечером не очень, потому что там все равно еда в животе, и все это не очень, эти все скручивания. Что спит? Правда спит? Все, видео выставляется, два штуки, да? Это наш дом. Идем сейчас дом строить, пошли. Папа будет долго там. Папа, да. Кто будет строить дом? Вместе, да? Да. У нас будет большой или маленький? А вот этот. Вот этот будет самый большой, да? Да. Ну, давай. Все, вот так видно? Мама, мы начали строить с машины, да? Да, от этого будильника. Оля, да, да. Алло, так как? Мама, как ты так толивый? Что, отпало? Давай я попробую. На. Фоня хочет смотреть Новый год. Вот мы здесь в поисковике, да? Вот тут, вот она, на мышке. Где мышка двигается? Что ты хочешь? Тебя подвинуть? Да. Так, и мы тут пишем Дед Мороз, да? Да. Дед. Вот тут вот увеличительное стекло. Это лупа. Лупа. А ты на Новый год. Мороз. Дед Мороз. И нажимаем Enter и ищем вот этого Деда Мороза, который а был... Вот это? Вот это? Да. Там... Как мы купались на горячих источниках. А там вот это, тут это. Да. Так вот это или вот это? А это. Вот это включать? Угу. Давай. А там вот это. А там вот звук. Сейчас вот звук. Мама, мама, сейчас рекламу пропускаем, да? Все будет у нас Дед Мороз, да? В бассейне будем, да, купаться сейчас? Ты большой экран? Все, сейчас будет, да. Ту-ду-ту-ду-ту. Это ты, мама, Виля. Что, правда? А ты откуда знаешь, что это я? Ты хочешь купаться? Да, я к Алёне. Идёшь к Алёне, да? Играть, гулять по территории, да? Сейчас до дедушки принесете. После тренировки собрался делать ката, а тут Марсик. Говорит, не надо делать ката, хватит. Давай, покупался, чистенький, красивый. Завтра в садик. Рад, что в садик? Нет. Почему? Кроватка. Кроватка? Шоколадка? Ты что так трясешься? Ты трясешься. Нету, наверное. Я не знаю. Пойди братьев спроси. Грейся, лежи. Я тоже так трясусь всегда после душа. Дима и Грязявчик. Да
тебе ломала, ты вот так оттянула. Да, я так тряслась, да?